Здравствуйте! В эфире еженедельные новости Смоленска АЭС, в студии Олег Соловьев. Мы расскажем о важных событиях и жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. В отрасли остался последний блок РБМК, который продлевает свое существование. Смоленск АЭС готовится к получению лицензии на продление срока эксплуатации третьего энергоблока. Я очень люблю баскетбол, поэтому записался в этот лагерь. Баскетбольный лагерь в Лесной Поляне. Победа детского хора «Жаворонок» в международном конкурсе. На плановом совещании с руководителями подразделений директор Смоленска АЭС сообщил о работе атомной станции концерна «Росэнергоатом». В работе 27 энергоблоков, в ремонте 8 энергоблоков. Суммарная мощность 22 206 мегаватт, суммарная выработка 111 089,8 миллионов киловатт-часов, что составляет 101,3% заданию ФАС. О техническом состоянии Смоленск АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе два энергоблока, первый, третий, суммарная мощность 2030 мегаватт. Энергоблок номер 2, 17 июня, текущий ремонт с реактором контролем, 29-й сутки ремонта. Выработка электроэнергии Смоленск АЭС за 15 дней июля составила более 638 миллионов киловатт-часов. Всего с начала года выработано более 9 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. С 9 по 12 июля на Смоленск АЭС работала команда научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности при Ростехнадзоре. Цель визита – обсуждение документации по проекту экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока номер 3 сверхпроектного срока. В рабочей встрече также участвовали сотрудники Курчатовского института, научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники, акционерного общества «Атомэнергопроект». В отрасли остался последний блок РБМК, который продлевает свое существование, свою работу. Продлевает он в достаточно непростых условиях изменяющихся норм и правил. Соответственно, задачи при продлении у нас стоят гораздо больше, чем было раньше. Третий энергоблок выдал первый ток в 1990 году. Он отработал надежно и безопасно порядка 30 лет, предусмотренных проектом. В важном проекте по подготовке его к продлению срока эксплуатации участвовала большая команда специалистов Смоленского АЭС, монтажных и ремонтных организаций, научно-исследовательских институтов, проектных и конструкторских организаций России, заводов-изготовителей оборудования. Выполнен колоссальный объем работ по обследованию и модернизации оборудования и систем безопасности. В результате проектные характеристики и физические параметры энергоблока приведены в соответствии с современным стандартам и требованиям. Достигнутое техническое состояние позволяет работать ему в дополнительный период. В начале 2019 года Смоленск АЭС направила в Ростехнадзор пакет документов, обосновывающих безопасность энергоблока номер 3 на дополнительный срок эксплуатации. Экспертиза предоставленной документации поручена научно-техническому центру по ядерной и радиационной безопасности, на основании которой и будет принято решение о выдаче лицензии. Эксперты центра обсудили с руководством и специалистами Смоленск АЭС вопросы, касающиеся безопасности энергоблока номер 3, его устойчивости к внешним воздействиям, надежности строительных конструкций и другое. Они побывали непосредственно на самом объекте экспертизы, осмотрели основное оборудование, реакторные установки, системы безопасности, строительные конструкции главного корпуса и систем мониторинга их состояния, щитовые помещения, гидротехническое сооружение. Три недели в санатории-профилактории «Лесная поляна» подарили 11 подросткам великолепный отдых и максимум тренировок. Спортсмены секции по баскетболу профсоюзной организации «Смоленск АЭС» под руководством своего тренера Даниэля Кобедина прошли курс повышения технического и тактического мастерства, получили импульс в развитии, одновременно укрепили здоровье. Уникальный шанс активно отдохнуть на природе и наработать хорошую игровую практику вновь предоставила баскетболистам «Смоленская АЭС». Расселили ребят в двух местных номерах, в
вкусно и сытно кормили, проводили для них увлекательные мероприятия. Утро началось с бодрящей зарядки на свежем воздухе, в течение дня – 3 тренировки. По словам Даниэля Кобедина, подобные сборы – невероятно важный опыт для ребят. Во-первых, занимаясь любимым делом, они совершенствовались. Во-вторых, нагрузки, полученные в лагере, в разы превышают обычный ритм, поэтому происходит закалка организма и выход на новый уровень физических возможностей. Очень хорошо, что у нас получилось в этом году организовать данные сборы, потому что это очень полезно для детей, для команды, да, и для их развития. Мы здесь дали нагрузку основную на их техническое развитие, там, коррекцию технических элементов, да, а также много времени уделили технико-тактической подготовке. 21-дневная профильная смена, наполненная событиями, пролетела незаметно. Ребята учились не бояться трудностей и настойчиво идти к победе. Почувствовав себя выносливее, быстрее, выше, они стали увереннее на площадке, сделали шаг вперед в плане игровых навыков и самостоятельности. Я очень люблю баскетбол, поэтому записался в этот лагерь. Мне тут очень хорошо кормят, тренировки. Мне тут, в общем, сильно очень нравится. Родители баскетболистов благодарят руководство Смоленска АЭС, коллектив санатория-профилактория, тренера за организацию спортивных занятий и интересного отдыха, доброту, внимание к детям. Сейчас у команды перерыв, но уже в августе она приступит к тренировкам перед новым соревновательным сезоном, будет оттачивать мастерство, воспитывать спортивный характер. Детский хор «Жаворонок» профсоюзного комитета «Смоленска АЭС» под руководством хормейстера Эльвиры Арсеновой победил на международном фестивале «Акватемп». Команда выступила в 3 номинациях и во всех стала лауреатом первой степени – академический вокал, эстрадный ансамбль и эстрадное соло. Также «Жаворонок» награжден кубком Гран-при за высокий уровень исполнительского мастерства, а руководитель коллектива Эльвира Арсенова – специальным призом «Лучший преподаватель». Уважаемые десногорцы, администрация Десногорска и администрация Смоленска АЭС информируют. В связи с проведением ремонта ступени лестницы, ведущей от РО и ДЦ, Дворец молодежи, к проезжей части по 26 августа 2019 года, перекрыто пешеходное движение в этом районе. Ближайшие пути безопасного перехода через проезжую часть, пешеходный переход возле Малого кольца и пешеходный переход от Цесонитрина к магазину «Аленький цветочек». Приносим извинения за временные неудобства. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленска АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе «ЦАЭС» на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленска АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю. Хороших вам новостей и до свидания.